Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – безпека на Миколаївському полігоні твердих побутових відходів. Сьогодні спікер нашої студії, головний інженер комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївкомунтранс» Гліб Власов. Гліб, добрий вечір. Я рада вітати вас в нашій студії. Ми також запрошували директора департаменту житлово-комунального господарства Сергія Корінєва. Він не зміг сьогодні прийти до нас в ефір, але ми чекаємо на нього у найближчих випусках нашої програми. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Сьогодні зранку на полігоні твердих побутових відходів сталася пожежа, яку співробітники комунального підприємства ліквідували власними силами впродовж півгодини. Нагадаємо, що в квітні також палав полігон. Гліб, будь ласка, в чому причина цих загорянь? Ну, що стосується ситуації, яка відбувалася сьогодні утром у нас на полігоні, це був цілеспрямований поджог. Коли ми приїжджали зустрічати комісію з директором підприємства, ми під'їжджали к полігону і побачили, що боковой отвал, это старые карты, которые уже не используются, находятся в задымлении. Когда мы подъехали ближе уже к полигону, было видно, как две фигуры перепрыгивали через забор и вскрылись в полях в сторону как раз-таки ромского лагеря, который расположен недалеко от нашего полигона. По большому счету, такие небольшие возгорания мы вполне успешно ликвидируем собственными силами. В помощь нам горосполком передал 12-кубовую поливомоечную машину. В принципе, нам пока этого хватает для того, чтобы локализовывать такие небольшие пожары. Также причиной таких небольших пожаров может являться самовозгорание твердых бытовых отходов, потому что отходы тлеют, бывает такое, что загружают в мусоровоз твердые бытовые отходы. В этот момент происходило небольшое тление в самом бункере, выгружают у нас на полигоне, и при доступе кислорода еще сильнее увеличивается это возгорание. Но эта ситуация у нас постоянная, мы достаточно успешно с ней боремся. И у нас разработаны регламенты, положения, которые, инструкции, выполняя которые, как бы мы достаточно успешно все эти вопросы закрываем. Гліб, справа в тому, що це ваша власна позиція, адже поліція не відкрила кримінальне впровадження з цього приводу, що це підпал. З цього приводу ми зв'язались з прес-службою Головного управління Національної поліції за коментарем. Інна Парфьонова повідомила, що на полігоні було затримано двох людей. Їх вивезли за територію полігону і, так як вони не злочинці, з ними було проведено профілактичну бесіду, що так робити не можна. Однак сказала Інна Парфьонова, що це не коментар. 1 травня на полігоні твердих побутових відходів загинув 9-річний хлопчик. Загиблий хлопчик з матір'ю та двома братами мешкав у таборі поблизу сміттєзвалища. Дитину завалила купою сміття. Хлопчика відкопали та повезли до лікарні. Врятувати дитину не вдалося. Лікарями була констатована смерть, розповіла заступниця головного лікаря Миколаївської центральної районної лікарні Марина Артемова. Через нещасний випадок на полігоні твердих побутових відходів тимчасово відсторонена від виконання обов'язків директора «Миколаївкомунтранс» Андрія Цизіна. На підприємстві проводиться службова перевірка. Сьогодні на КП виїжджала робоча група. Але, Гліб, ми знаємо, що ви безпосередньо побували, опинились на місці трагедії. І, будь ласка, ваш коментар з цього приводу, тим більше, що смерть дитини – це вперше за 60 років існування полігону. 50. Так? 50 років існування полігону, будь ласка. Да, к сожалению, произошла эта страшная трагедия. Коллектив нашего предприятия очень тяжело переживает ее, потому что у всех есть дети, все понимают, как, ну, скажем так, этот ребенок, будучи в таком малом возрасте, совершенно не отдавал отчета, скажем так, своим действиям. И это страшная трагедия. От себя могу сказать, что 1 мая, это были выходные дни, на полигоне находился диспетчер и находился дежурный сторож, который во время обхода обнаружил скопление лиц ромской национальности на рабочих картах полигона, ну, рядом с рабочими картами полигона. Он, естественно, следуя своей инструкции, подошел указать ему на то, что им необходимо покинуть территорию полигона, на что ему было невнятно объяснено, потому что люди в основном своем очень плохо разговаривают, не на русском, там ломаный венгерский, украинский, румынский, там все смешано в одно.
На что ему сказали, что вроде как то ли пропал ребенок, то ли засыпало ребенка, там непонятно, что происходит. Сторож, естественно, непосредственно сразу поставил в известность своего непосредственного руководителя, начальника полигона твердых бытовых отходов, который в это время, поскольку был выходной день, находился далеко за городом. И поэтому оперативно выехать на место происшествия не мог. О чем он сообщил тут же в телефонном режиме мне. Хорошо, я в этот момент находился за рулем. Я тут же выехал на полигон, и параллельно с тем, как я выехал на полигон, я позвонил в Министерство чрезвычайных ситуаций, объяснил ситуацию, что произошло, представился, скажем так. Пока я доехал до места, получается, что эти люди его самостоятельно откопали уже, этого мальчика. На территорию полигона на большой скорости заскочил ВАЗ-2101. Они его закинули в машину, потому что я в этот момент находился на диспетчерской. Они его закинули в машину и быстро вывезли с территории полигона. Я успел только увидеть, что на заднем сиденье сидело там 3 человека, и у них на руках кто-то лежал. Ну, я предположил, естественно, что это был ребенок. Я тут же принял решение следовать за ними, приблизительно, логически предполагая, куда они могли его повезти. Это центральная Варваровская районная больница. Я прибыл туда, в приемном покое мне сказали, что никого нет. Я еще какое-то время походил по территории, увидел эту машину, а я так понял, там отделение скорой медицинской помощи у них есть, приемное отделение скорой медицинской помощи. Я подошел туда, и мне стало известно, что ребенок находится там, проводятся реанимационные действия, я, естественно, остался на месте, вдруг получится, понадобится какая-то помощь, вы же знаете, больница есть больница, постоянно могут понадобиться какие-то срочные медикаменты, какие-то капельницы, как сами понимаете. В этот момент, все это время я был на связи с представителями МЧС, потому что пока я двигался за ними, я постоянно держал связь с представителями МЧС, чтобы они обзванили приемные покои близлежащих больниц, мало ли куда ребенка могли привезти. Олег, будь ласка, швидше, то дуже мало часу. Одним словом, тут на место прибыл представитель МЧС, мы дали ему пояснение. В этот момент вышел доктор, который констатировал смерть. А скажіть, будь ласка, чому сторонні люди так вільно можуть потрапляти на територію полігону? Територія полігону 37 гектар, і несмотря ще на із 37 93 гектари. И несмотря на то, что он полностью обнесен забором на данный момент, этот забор никого не останавливает. При необходимости они спокойно могут его перепрыгнуть, проползти под копом, делают подкопы, попадают на территорию. Также со стороны, получается, где у нас рядом с полигоном находится вот этот ромский лагерь, где они там проживают, это импровизированное их поселение. Они там повыбивали непосредственно целые створки в заборе и беспрепятственно через эти створки постоянно пропадают на территорию полигона. Про паркан. 29 жовтня 2016 року навколо полігону твердих побутових відходів почали зводити паркан. Пригадаємо, як це відбувалося. На встановлення паркану з міського бюджету було виділено близько 2,5 мільйонів гривень. Для обрання підрядної організації провели конкурс. Підрядник-переможець вже розпочав роботи. На даний час встановлено близько 30 плит, а загалом довжина паркану складатиме трохи більше 2 кілометрів. Директор «Миколаївкомунтранс» Юрій Мостовий відповів на наше запитання щодо додаткових, окрім паркану, засобів огородження полігону. Ви знаєте, я б не лише колючий дріт для затримання пакетів встановив, але й ще щось, але у нас гуманне законодавство. Зрозуміло, ми будемо якісь додаткові засоби використовувати, в тому числі і колючий дріт. Встановлення паркану дозволить чітко визначитись з кордонами полігону твердих побутових відходів і таким чином розуміти, як довго він буде функціонувати. Це норми експлуатації полігону, тобто чітке огородження полігону твердих побутових відходів від усіх небажаних людей, які можуть тут знаходитись і які знаходяться на сьогоднішній день. І друге – це розсипання сміття, видування його з карти полігону. Частково огорожа буде перешкоджувати. На встановлення перших плит майбутнього паркану приїхав і місцевий фермер Сергій Проченко, земля якого знаходиться безпосередньо поруч зі сміттєзвалищем. Рух позитивний є, але коли паркан буде встановлений по всієї території, це буде більш позитивно і більш нас радувати. А поки ще тільки початок, поки ми стримано реагуємо на усі будівельні роботи. Закінчити роботи по встановленню паркану планують за 4 місяці. А вже ж, якщо погода не завадить.
Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Будь ласка, Гліб, колишній директор КП в сюжеті говорить, що окрім паркану будуть вжиті додаткові заходи безпеки полігону від сторонніх людей. За ці 3 роки що конкретно було зроблено? Значить, на полігоні твердих битових відходів була реалізована сучасна система відеонаблюдення, яка охватує всю хазяйсно-битову зону. А также в самой высокой точке полигона была установлена камера, которая позволяет механическим образом увеличивать изображение и смотреть, скажем так, на 360 градусов. Сторож, когда находится на своем сторожевом посту, он, в принципе, в эту камеру видит все рабочие карты полигона, на которых ведутся в основном работы. А скажите, будь ласка, кто відповідальний за охорону полигона? Охрана полигона мы обеспечиваем собственными силами, своими силами. Ми не нанімаємо нікого для цієї роботи. А щодо підрядника, який будував паркан навколо полігону, в договорі на виконання цих робіт чи зобов'язаний підрядник виправляти недоліки або пошкодження в паркані? Що стосується цього питання, я, к сожалению, не можу його коментувати. Потому что заказчиком данного строительства выступал департамент жилищно-коммунального хозяйства в лице управления коммунального капитального строительства города. Вся техническая документация, проектно-сметная документация, вся находится у них. Также от себя хочу сказать, что на данный момент строительство давно уже завершено. Это было завершено еще в 2017 году, строительство данного ограждения. Но на данный момент документы нам на предприятие относительно этого объекта, мы не ввели его в эксплуатацию, потому что нам документы еще не были переданы департаментом жилищно-коммунального хозяйства. Скажіть, будь ласка, підрядник щось виправляв? Ну, во-первых, там було 2 підрядника, тому що почали роботу одна фірма, буквально зробила ограждення там 3 полігони і продовжила цю роботу друга фірма. Обстоятельства, чому так произошло, я, к сожалению, не знаю. Знаю точно, що в проєкт будівництва неоднократно вносились змінення, тому що не були учтені там перепади висот, которые существуют на полигоне. В каком ключе эти изменения были, я, к сожалению, тоже сказать не могу. То есть на увеличение стоимости, либо на уменьшение. Но, скорее всего, на увеличение стоимости реализации проекта. Но, опять же, комментарий по этому поводу может дать ответственный представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, потому что они выступали заказчиками. А скажите, будь ласка, чи планується оновлення паркану? Ну, те, скажем так, проблемные места, которые у нас постоянно возникают, мы своими силами постоянно закрываем. К сожалению, у нас нет возможности там строить каменные стены, но, по крайней мере, завариваем и забиваем деревянными щитами их постоянно. А ось про камеру спостереження ви казали, вона одна чи їх декілька? Ні, у нас цілий комплекс камер спостереження. Вони виконують різні функції. Наприклад, по правилам експлуатації полігонів, нам необходимо иметь на территории 2 вышки. Первая вышка будет обеспечивать, скажем так, осмотр территории полигона, куда может подняться сторож и проводить осмотр. Вторая вышка должна обеспечивать возможность проверить наличие, ну, скажем так, в бортовых самосвальных машинах, которые приезжают с открытым кузовом, что там находится, если мы, например, не имеем паспорта на эти отходы, которые мы принимаем. А скажите, будь ласка, які ваші дії, коли в камеру спостереження потрапляють люди? Які не повинні бути на полігоні. Во-первых, на место сразу выходит сторож. Плюс я хочу также от себя сказать, да, он один, но в средствах массовой информации много очень звучит о том, что у нас один там сторож постоянно дежурит круглые сутки, это немножко не соответствует действительности. Да, по штатному расписанию он находится на территории один, но все работники предприятия, которые выполняют свою работу, потому что они работают на разных участках, в случае обнаружения посторонних лиц, предупреждают об этом руководителя полигона. И там уже дальше принимаются, либо мы своими силами устраняем этого человека с территории, либо мы привлекаем правоохранительные органы. Но правоохранительные органы выезжают в том случае, если установлен факт действительно умышленного, например, повреждения нашей собственности, либо поджога, либо попытки кражи материальных ценностей. Просто нахождение, скажем так, постороннего человека на территории нашего предприятия как бы, ну, не совсем является основанием, скажем так, для выезда оперативной группы. А скажите, будь ласка, сьогодні на території полігону були 2 сторонні людини. Що зробити, щоб вони взагалі не з'являлись на полігоні? Конкретні? Ну, скажем так, перше конкретне дійство – це, звісно, усилення охорони. Мы однозначно этот момент проработаем. Александр Федорович, наш міський голова, нам поставил эту задачу. Уже сегодня мы получили первые коммерческие предложения от охранных структур. Но они предлагают обеспечить круглосуточную охрану 6 людьми полигона твердых бытовых отходов за 2,5 миллиона гривен в год. Ну, это достаточно серьезная сумма.
Но есть еще и другой путь решения этого вопроса, потому что эти люди попадают к нам на полигон, их интересуют не старые участки полигона, которые давно уже рекультивированы и закрыты, их интересуют непосредственно рабочие площадки, куда приезжают свежие твердые бытовые отходы. Из них они выбирают вторсырье, которое потом реализуют в пунктах приема, которых очень много в Большой Коренихе, и получают за это средства, и, соответственно, с этого живут. Это их средство существования. Соответственно, если, например, этих средств существования не будет, то им не будет никакого смысла проникати на територію полігону. І все ж таки, Гліб, вибачте, я перепрошую, і все ж таки, про результати давайте. Коли ми можемо поговорити про результати? Я думаю, в ближайшее время мы уже получим первые результаты. Тобто вже найближчим часом? План реализации мероприятия, конечно, уже разработан. А більше конкретно не можете сказати? Нет, к сожалению, точных сроков для вас я установить не могу. А хто взагалі охороняє полігон твердих побутових відходів? Наша ведомственная охрана, наша сторожа, да, у нас сторожевой пост, я же говорю, он обеспечен полностью системами видеонаблюдения, плюс механическая камера, которая позволяет ему осматривать, скажем так, рабочие площадки 360 градусов с приближением, ну, с достаточно неплохим приближением. А скажите, будь ласка, Гліб, коли до вас можно будет звернутись, чтобы дізнатись про результаты ваших заходов, про которые мы щойно говорили? Ну, я думаю, нам изначально надо дождаться, скажем так, решения следственных органов, что поступило. Ну, скажем так, они же проверяют и нашу работу. Мы направили комплект документов туда, согласно которых мы работаем. Они же проверяют наверняка и причину, по которой находился этот человек, ну, ребенок с матерью, со своей. Почему мама привела его туда, скажем так, на эту территорию. Я думаю, как только будут результаты следствия, результаты проверки, которую инициировал горисполком, параллельно с этим будут разрабатываться уже более четкие, как бы, графики реализации этих моментов. Потому что, скажем так, реализовать их собственными силами, имеется в виду за счет собственного привлечения собственных финансов, мы не можем. Потому что, скажем так, то, что мы можем делать за свой счет, мы и так уже по максимальному делаем, на самом деле. Тобто про результаты мы можем поговорить пізніше, так? Естественно. Я думаю, когда, скажем так, мы всесторонне эту ситуацию проанализируем, когда мы с ней разберемся, когда комиссия сделает свои висновки, когда следственные органы сделают свои висновки, наверняка будут какие-то предложенные рекомендации. Ну, наприклад, через місяць? Допустим, через місяць. Я, к сожалению, не могу комментировать это. Угу. А скажите, будь ласка, скільки працівників на вашому підприємстві? Вообще у нас в целом по предприятию 105 работников. Но у нас комплексное предприятие, потому что мы обеспечиваем и вывоз твердых бытовых отходов с территории города, мы обслуживаем два района, Ингульский район и Заводский район. Мы обеспечиваем захоронение этих твердых бытовых отходов, и также мы обеспечиваем сбор и переработку и реализацию вторичного сырья, скажем так. Суммарно на предприятии работает 105 человек. У вас на території, як ви вже казали, Глі, постійно знаходяться сторонні люди. Що вони там роблять? Давайте повернемось до того, що на територію полігону постійно потрапляють сторонні люди. Вони відбирають вторсирьо із того, із тих твердих битових відходів, які на полігон постійно поступають. Потім це вторсирьо вони реалізовують в пунктах прийому, і за виручені гроші вони существують. Это их средства существования. Тобто вони заробляють собі на життя тим, що вони сортують сміття. Да. Але знаходиться стороннім людям на полігоні заборонено. Естественно, но мы ж, скажем так, как вам правильно объяснить? Работы на полигоне ведутся в разных точках. Где у нас идет концентрация, скажем так, основных работ? Они находятся чуть в стороне, скажем так, где на той карте, которую, например, мы обрабатывали там две недели назад. Они тихонечко залетают, быстро там это все дело сортируют, как только видят нас, мешки на плечо и побежали. Некоторые вообще на нас не реагируют. Их достаточно тяжело с территории. Вот я, говорит, мне нечего есть, я тут буду до упора, пока вот не заработаю там сегодня себе там 20 гривен, чтобы купить хлеба там с майонезом каким-то, ну, предположим. И бывают и такие, на которых ничто не действует. Вот вы его с территории полигона удаляете, через 15 минут он снова приходит на карту. А скажите, будь ласка, Гліб, где найближчий прием вторсырья? Ну, я не могу сказать, где найближчий прием вторсырья. Я знаю, что в Большой Коренихе около 20 пунктов приема вторсырья. Буквально сегодня, когда находилась комиссия, мы были свидетелями, о чем, кстати, было фотографии, чего были выложены в Facebook нашего предприятия, как неустановленные личности прям машинами подъезжают с обратной стороны забора, появляется откуда-то несколько человек с мешками, мешки перекинули, через забор перепрыгнули, в машину погрузили, сели, уехали. Все.
А скажіть, будь ласка, що може виправити цю ситуацію? Тобто, що необхідно зробити, аби сторонні не заходили на територію? Ну, в першу чергу, звісно, необхідно прийняти допомогу міри по усиленню охорони об'єкта. Це однозначно. Во вторую очередь, что необходимо сделать, это, по нашему мнению, устранить фактор, благодаря которому они попадают на территорию, непосредственно устранить возможность их там заработка. А это можно сделать только предварительно сортируя твердые бытовые отходы перед захоронением. Существуют сортировочные линии. Буквально 3 недели назад мы вернулись из командировки, мы ездили на полтавскую фирму «Система модернизации складов». Мы проработали концепцию сортировочной линии, просчитали, скажем так, ее мощности, которые необходимы для нашего предприятия, просчитали смету. Данную информацию мы передали в горисполком, у них эта информация есть. Сейчас мы готовим технико-экономическое обоснование этого. Скажем так, как только мы начнем отбирать из твердых бытовых отходов всю полезную фракцию и реализовывать ее, во-первых, мы привлечем дополнительные средства на предприятие, а во-вторых, мы нивелируем сам факт, которые как бы приводят этих людей на карты. А скажите, пожалуйста, сортувальная линия вырешит ситуацию, что сторонних однозначно людей вырешит. Не будет на полигоне? Ну, я не уверен, что она вырешит ее кардинально, то есть, что там ни одного человека не будет. Естественно, они будут ходить, и это однозначно. Но, во-первых, сортировочная линия – это 40 рабочих мест. Из них 30 рабочих мест – это низкоквалифицированная рабочая сила. Это непосредственно сортировщики и грузчики, которые на этой линии трудятся. По большому счету, мы можем набрать сортировщиков и грузчиков непосредственно из тех людей, которые приходят к нам на полигон. Если они граждане Украины и у них есть паспорта, то мы не видим в этом никаких проблем. Я думаю, им будет намного интереснее работать в закрытых кабинках, в нормальных условиях труда, получать официальную зарплату, неплохую, я так предполагаю себе, зарплату, чем под открытым небом, в дождь, в мороз, в стужу, в жару, как бы сортировать этот мусор непосредственно на карте. Это однозначно. А скажите, пожалуйста, Глеб, чи є в планах сортувальная линия у Миколаеве? Да, в 2017 году мы разработали стратегию, непосредственно работники предприятия Николаевкоммунтранс разработали стратегию развития нашего полигона. Кстати, в эту стратегию входила система видеонаблюдения, реконструкция административно-технической части полигона, закупка дополнительной техники, приобретение дополнительной поливомоечной машины, либо, как в нашем случае получилось, распоряжение мирского головы, нам ее передали от предприятия АЭЛО «Автодорог» для успешной реализации, скажем так, противопожарных мероприятий. И туда же входит, естественно, и концепция строительства у нас на полигоне твердых бытовых отходов непосредственно сортировочной линии. Это нам позволит в первую очередь снизить нагрузку на сам полигон, соответственно, продлить срок его эксплуатации в дальнейшем. Потому что по самым пессимистическим оценкам, в принципе, 25-30% полезной фракции мы отберем из того ТБО, который захоранено. Также в стратегии развития нашего предприятия присутствует реализация проекта, точнее, изначально заказ проекта и реализация по рекультивации полигонов. Все эти дополнительные мероприятия позволят однозначно, в первую очередь, снизить социальную вот эту нагрузку, которая сейчас происходит. То бишь, скажем так, людей, которые более-менее адекватные, мы можем привлечь к себе на работу, а остальным просто там нечего будет делать, потому что им нечего будет отбирать. А скажите, пожалуйста, Глеб, что треба сделать, чтобы цей процесс запустился? Ну, мы со своей стороны сделали все. Мы проинформировали вышестоящие органы, как бы и департамент жилищно-коммунального хозяйства, непосредственно мирскому голову. Передали им, скажем так, сейчас пока только смета на строительство. Сейчас мы готовим технико-экономическое обоснование, то бишь, ту прибыль, которую мы сможем получать, скажем так, за счет реализации данного проекта. Соответственно, своими силами, опять же, повторюсь, за счет своих финансовых возможностей мы это сделать не сможем. Депутаты повинні проголосовать за це? Ну, во-первых, это должно быть внесено, скажем так, на голосование. Должны быть изысканы средства в бюджете. Я не готов вам сейчас расписываться за работников горосполкома. Но я понимаю, что, во-первых, эти средства надо где-то изыскать, во-вторых, надо проголосовать. Я думаю, учитывая то, как депутаты, скажем так, в связи с этой ситуацией реагируют на все происходящее, я думаю, они это проголосуют. Осталось только, чтобы городская власть нашла возможность эти средства где-то изыскать. А скажите, будь ласка, скільки коштів треба на реалізацію цього проекту? Под ключ строительства. Вы підраховували? Да, под ключ. У нас есть смета. Под ключ строительства данного объекта обойдется с учетом закупки техники, которая необходима для обслуживания этой линии, обойдется в 12 миллионов гривен. 12 мільйонів. Да. І ви гадаєте, що ця сума остаточна, так? Ну, скажем так, учитывая тот факт, что реализация данного проекта займет от полугода до 8 месяцев, это срок поставки оборудования и его монтажа,
скажем так, учитывая ситуацию в нашей стране, то, естественно, цены могут быть, а ниже они точно не будут, а выше будут, потому что используются на данных линиях импортные, скажем так, запчасти, импортная система управления, итальянские электродвигатели, итальянские редуктора используются. Естественно, все это привязано к курсу нашей национальной валюты. Ну що ж, будемо чекати результатів. Гліб, спасибі, що ви були у нас в студії. Сьогодні у нас така не дуже весела тема, але дуже гостра, тим більше сталася така трагедія. Спасибі ще раз, що ви були у нас в студії. Це була тема дня, а якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.